Участники общественного движения «Гражданская солидарность» не нашли признаков строительства хранилища сжиженного природного газа для газификации Читы. Об этом они сообщают в своем телеграм-канале. В официальных пабликах распространяется реклама: «В Читу пришел газ». Мы удивились и 31 октября побывали в районе ТЭЦ-1, на участке, отведенном под строительство системы приема, хранения и регазификации. Именно оттуда газ должен поступать в газораспределительные сети Читы. По факту есть только кривой забор и туалет, говорится в сообщении. Ранее профессор Евгений Касьянов подверг сомнению темпы газификации города. Зампред краевого правительства Андрей Кефер 29 октября также заявил о том, что концессионер отстает от графика работ. Тем не менее, в краевом МинЖКХ обещали подключить газу до конца года больше 3500 читинских домов. А сити-менеджер Читы Инна Щеглова уверяла, что проект по газификации будет реализован в установленный срок.